Вика, это, сука, жестко. Нет. Нет. Нет! Да. Мы пропускаем первыми. Замечательное начало. И какая же сволочь дала добить? Вот это кто это такой? Кто это такой маленький такой клопяра? Блин, я не успел прокликать его, гада. Он там спрятался за другими. Ну что ж, неплохо. Бенфика настолько себя чувствует комфортно, что бьет вот с таких вот идиотских позиций. Вот, Норгард, разгоняй! Что у тебя, галоши на ногах, хорошо! Ну, Волтер сейчас пробьет. Он простреливал. Он, сука, навешивал, да? А на кого? На Чингиза, который бьет головой с 30 метров? Да, многие вчера говнили в комментариях Чингиза. Ну, в принципе, да, он много бьет, но... Чудо чудесное. Чингиз является одним из лучших ассистентов в команде. У него 6 голевых. Ну, как бы, чтобы забить гол, нужно центр поля перейти, ребята. Перейти. Не в смысле шагом перейти. Но. Но все-таки пахнет вторым голом. Нет, 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 Фабиньо. Давай, растолкай всех. У него какая-то красная голова у него. Он похож на спичку, знаете, такое... Головка красная, как у спички. Ну что? Что за демон на воротах? Кто это? Не Калямба. Но не такие-то и классные скиллы. Хоть вот два было момента офигенных у нас, да? И оба он засейвил очень легко. Такого не может быть. Чингиз. Смотрите, видите, он пасуется. Он почитал ваши комментарии. Смотрите, даже сейчас даст пас. Нет, не даст. Уолтер не забивает уже 9 матчей подряд и продолжает не забивать. Но если быть честным, я думал, что Бенфика нас прям вообще изи размотает. Но если мы в гостях, даже перехватили инициативу и под конец я даже решил чутка поддавить Бенфику, как мерзкий гнилой прыщ, чтобы он лопнул, и мы радовались, обливаясь этим жидкостью. Что? Вы не отбираете у него мяч. Блэд. Ну, может быть, сейчас Бисака начнет нашу ураганную атаку. Орта, Фабиньо. Он высматривает на фланге Чингиза. Он знает, что этот парень. Если будет какая-то... Капочка, нифига себе, я сейчас по-инопланетянски заговорил. Если это будет контратака, в которой нам забьют гол, я буду очень и очень расстроен. Пардо. Пардо на Дибеллу. Угу. Что вы делаете, а? Что это за приколюхи в центре штрафной? Последний шанс, мужики. Давайте соберем яйца в кулак. Собрали, молодцы. Сейчас вот по-любому по законам FM запустят второй. Или пеналка будет. Еее, да, FM. Ха-ха-ха. Да, отлично. Ну что ж, сможем ли мы совершить чудо? Это правда было, да? Там не отменили ничего? Это засчитали, да? Может быть, просто, ну, типа, подумали, Пикфорд, как бы, сбежал из цирка уродов. Может быть, как бы, мы простили... Нет. Данный гол засчитали. Класс. Просто офигенно. Ну, 4 гола забить. Изи. Да, от кого, от кого... Так от Пикфорда я... О, все, началась игра, вот эти вот срезки. Ой, не хочу это смотреть. От Пикфорда такого говна я не ожидал, особенно в такой игре. Это просто зашкварище. Подарите мне платочек для слез. Потому без слез на это все не взглянешь. Почему у них кипер, а у нас поехавший Пикфорд? Я не знаю, даже как это комментировать неохота. Ноль ударов в створ Бенфика ведет. Мы атакуем, атакуем. Волтер не может попасть башкой с одного миллиметра. Ну и что это такое? Что это такое? Что это такое, я спрашиваю? И никто не... Пикфорд, вау, ты поймал, братан. Иди сюда, поцелую. Чингиз, бей. Хорош.
Ладно, это все-таки был пас. Норгард. Вот Норгард про... Ну, вратарь там по углам летает, конечно. Конечно же. Ну, по сути, вот сейчас закончится сезон, потому что в чемпионате там ничего интересного не происходит. 10-е место. Я не верю. Нет. Чудес не бывает. Вот если бы не замечательный Пикфорд, вот сейчас вот мог бы быть переломный момент, да, типа 1-0, 1-2, вот это вот все, но нет. Нет, не бывает чудес, 3 гола за тайм мы не забьем. Ну, спасибо Пикфорд, что сейчас не стал подставлять свою спинку. Давай, Пикфорд, поздно. Нет, ты опустил себя в говно. Уже достать ты не сможешь никак. Хоть какие сейвы делай. Молодец, Пикфорд. Очень здорово ввел мяч. Что с ним сегодня? Что случилось? Что? Кошмары снились? Все, не выспался? Теперь вот это вот в голове что-то неадекват какой-то, да, проснулся? Хорош, Чингис, в своем стиле. Ну почему именно в этом матче Пикфорд такую парашу выдал? Почему? Сейчас мы еще второй забьем, это будет просто добивающий. Нет, не забьем, потому что эти прострелы... Великолепный, как моя задница. Но. Да, забьем второй. Да. Вот знаете, я скажу как есть. Мы были достойнее Бенфики. В обоих матчах мы были лучше и по игре, и по статистике. Но, к сожалению, Жапан Пидфорд другого мнения был, и вот такой вот устроил цирк Дюсалей. За это он получит пиздюли. Ладно, тут уже неохота рифмовать. В общем, друзья, по сути, сейчас закончился сезон для Сандерленда. Если вдруг там за оставшиеся 10 туров я смогу приблизиться к Еврокубкам, я покажу вам конечные матчи сезона, но вряд ли. Скорее всего, закончим в серединке. В общем, следующая серия будет трансферы. Ставьте лайки.